Так, прогуляемся по центру. Делают клумбы, обновляют. Цветочки зацветают. Вот они эти. Пятиэтажки. Обновленные чуть-чуть. Освеженные фасады. Старые домики, но всех, говорят, отремонтируют. Или рано, и рано, или поздно их расселили. Вот эти пятиэтажки. Уже вот эта пятиэтажка с обновленным фасадом, освеженным. Ой, да ну не делай так. Ну, в принципе, самые интересные, выгодные предложения сейчас именно вот в этих, именно Рощевских пятиэтажках в центре города. Можно купить себе здесь в старом фонде с новым ремонтом. Недорого, намного дешевле, чем в новых домах. Причем намного. Жить практически вот в таком тихом, ну, относительно тихом центре. Сейчас экскаватор проедет, и я вам скажу еще раз фразу про тихий центр, потому что на его фоне, конечно, так фраза звучит смешно. Вот еще одна пятиэтажка. Ну, то есть, он старый, но место супер. Есть предложение в этих домах. Улица Роз. Сейчас мы двигаемся в сторону моря. Параллельно еще есть такая же улица. Там тоже еще есть старый фонд. Такая зелененькая. Птички поют вот сейчас. Сейчас, если этот трактор поедет, но маленький, то вы услышите. Вот, он затих, как для меня. И вы поймете, что он тихий центр. Здесь много, конечно, строят сейчас. И на набережной. И сами улочки прибирают. Сейчас он отрелся, и можно послушать. Тишина, пение птичек. Люди гуляют, давайте зайдем во дворы. Посмотрим, какие дворы у тебя старых домах. Ну, когда во двор заходишь, вообще тишина. И даже этот пультозер уже не слышит. Маленький такой экскаватор. Шумный. Ну вот заходишь во двор, и тишина. Ну, то есть абсолютно. Вот такие дворы. Честно, на фотографии они выглядят немножко страшновато. Но так живем они. Выглядит интересно, потому что зелень, атмосфера какая-то. Тихо. Прохладно, тень деревьев. И никаких угнетающих. Никакой угнетающей атмосферы, как обычно в старых районах, старых домов. Здесь нет. Вот хрущевка. То есть она старенькая. Она вообще выглядит до сих пор солидно. Вот удивительно, да? Как он это умудрялся сделать, но он это сделал. Что его дома выглядят солиднее, чем хрущевки и брежневки. Тут о чем-то это говорит тоже. Так что вариант сейчас самый выгодный. Именно старые дома.
быть, еще заглянем в подъезд уже. Чтобы вы приблизительно понимали, куда вы пойдете. Такой двор, машины здесь стоят. Ну, парковки мало, но кое-что есть. Ну, подъезды, конечно. Состояние как раз более-менее удручающим состоянием. Хотя вот что стоит вот здесь побелить, покрасить, и будет совсем другой вид. Мне кажется, легче побелить, покрасить подъезд. Ну, мне так кажется. Пока цены интересные в хрущевках. Думаю, стоит об этом подумать. Гагарина много. Хороший тоже район. Там в основном вся. Весь старый фонд. Ну, в прекрасном зеленом тихом районе. Улица Рос. Кстати, реконструкция во всю эту дорогу. Тротуары обновляют. Будет скоро. Еще уютнее. Сейчас немножко здесь. Какое время ребенка. Сразу заменяют напитку. И это круто. Дальше вот такой старый фонд. Тоже имеется. Вот это, конечно, будет скорее рассевать. Это ветхое жилье, откровенно. Даже хуже, чем хрущевки. Лабинский. Яма у нас продается в Сочи. Вот. Поэтому я вообще не говорю. Это такое. Для тех, кто хочет прям подгадать. Попасть под расселение. Очень много стран, действительно ветхого жилья. Вот еще хрущевка. Вдоль дороги вот эти дома. Мне кажется, очень интересно. Их, по-моему, скорее всего, будут реставрировать. Ну, в принципе, фасады обновлены, видно. А подъезда нет. Мне кажется, их легче действительно отреставрировать, чем сносить и рассеять. Подъезд закрытый, фасад немножко освежен. Ну, не страшно, фотографий страшнее будет. Ну и главное, очень тихо. Здесь пошли хрущевки. Парковый опять дом. Ой, все. Так его покажу. Вот его двор. Маленький дворик огорожен.
улице вас. Немножко подсниму. Немножко подсниму вам на Вагинской улице. Администрации города. Фонтаны работают. Так лучше стабилизация, хотя обзор поменьше. Лучше так поснимаем. Наверное, миллион раз уже видели всю эту улицу. А я вам ее сниму с одним умыслом, чтобы показать вот эти дома, гармошки. Там тоже есть предложение квартир. Тоже старый фонд. Но есть квартиры с новым ремонтом. Подешевле. Новостройка. Для центра. Клевое место. Ну, такая основная улица. Спальня высокая. Прогулочная зона. Любимое место сочинцев. Главная улица центра Сочи.